Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению мыла «Роза с листиками». Для этого нам понадобится силиконовая форма. Выглядит она вот так. Масло камелии. Одушка Rose Silk. Красный краситель пищевой, зеленый гелевый краситель авокадо и белая мыльная основа, а также палочка стеклянная для перемешивания. Для начала растопим мыльную основу. Мыльная основа у нас растопилась. Теперь добавляем краситель красный. И размешиваем, смотрим, достаточно ли нам такого цвета. Добавляем еще немного. Ну, можно немножечко еще. Несколько капелек. Теперь добавляем масло камелии. Несколько капелек. Я добавила 5. Перемешиваем. И теперь добавляем отдушку. Тоже можно немного. Я добавила 5 капель. Хорошо, перемешиваем все. И вливаем в нашу формочку. А теперь ждем, пока наша форма, наше мыло застынет. Нижний слой у нас уже застыл. Теперь мы займемся верхним слоем. Мы добавляем краситель. Размешиваем и смотрим, достаточно ли нам цвета. Можно добавить еще немного. Дальше мы добавляем масло. Все хорошо перемешиваем. И также мы добавляем отдушку. Я добавила 4 капельки. Предварительно я нижний слой процарапала зубочисткой, чтобы верхний слой лучше сцепился между с нижним. Все, снова готово. Теперь мы заливаем мыло в формочку. И ждем, пока мыло полностью застынет. Мыло застыло, и мы достали его из формы. Вот у нас получилось такое мыло в виде розы на листиках. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!